И снова пришло время для важного объявления Минздрава на нашем радио. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, гули тоже люди. Дети мои, гули — это обычные люди, которых радиация искалечила настолько, что они и умереть от старости-то не могут. Конечно, они могут выглядеть как страшные зомби из старого ужастика, но их души, их сердца, их слезы совсем человеческие. Так что, пожалуйста, если встретите гуля на столичной пустоши, оставьте предрассудки в стороне, а пистолет в кобуре. Ах да, ребятки, важное предупреждение. Вы встречали диких гулей, бродящих по темным-темным туннелям метро? Это тупые, безмозглые, голодные зомби. Так что убивайте их, как только увидите. До скорых встреч, с вами был 3Dog Night. Вы слушаете радио «Новости галактики», которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь послушаем музыку. Это Билли Холидей с песней «Крэй». Дамы и господа, мальчики и девочки, готовьтесь удивляться, поражаться и восхищаться. Я 3Dog Night, ваш мастер церемоний. Мы прерываем наше расписание для программы новостей. Знаете, что я решил, дети мои? Открою-ка я книжный клуб. Вот прямо сейчас. Хотите присоединиться? Здорово. Выбора-то у вас нет. Наш первый шедевр называется «Руководство по выживанию на пустошах». Автор — гражданка мегатонны Мойра Браун. И вот что я вам скажу. В книжке уйма полезных советов.
где достать еду, как спасаться от радиации и так далее. Выживай, доставай, побеждай. Вот правила игры. Вы найдете их в руководстве по выживанию на пустошах. Уже в продаже. Спасибо за внимание, дети мои! С вами 3Dog Night на волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А как насчет песни о простой жизни от всеобщей любимицы Билли Холидей? Изи Ливин. Одного дога не хватает, двух тоже не очень, так что догов у нас 3! Как вам сегодня этот милый постапокалиптический день? Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшний рассказ о побеге из Парадис Фоллс. Поверьте мне, шеф, да я одной левой этого работорговца уложу. Мигом... Опа! А теперь стой спокойно. Ай да, Аргайл! Ай да, сукин сын! У тебя получилось! Придержите благодарности, шеф. Нам еще нужно выбраться отсюда. За мной, пока охрана не смотрит на главные ворота. Не так быстро, мой прогнивший товарищ. Та девушка, с которой мы сюда попали, мы ее последняя надежда. Вперед! Все бы ему дамы. Ну ладно, ее заперли вон там. Они называют это карцером. Сперва снимем того охранника. Предоставьте это мне. Эй, приятель, закурить не найдется? А, Лотос! Кья! Ух! Ха-ха, а
теперь дверь. Как два пальца, шеф. Ну вот, леди, вы спасены, а теперь выходите. Что за... Шеф, тут пусто. Руки вверх, придурки. Из Парадис Фоллс никому не уйти. А теперь шагом марш назад в бараки. Тихонечко и без резких движений. Брось оружие, поганый работорговец. Вы в порядке, ребята? Я выбралась из ящика и почти сбежала, но тут вы попали в передрягу. Постой-ка! Сестренка, это мы тут спасатели! Да ладно тебе, Аргайл! Не будь букой! Мы должны поблагодарить девушку, мисс... Пенелопа Чейз, охотница за приданым. Можешь потом поставить мне пиво. А теперь давайте заканчивать эту вечеринку и убираться к чертовой матери отсюда. Вперед! Аргайл, мой старый друг! Кажется, я влюбился! Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь немного музыки. Wish on the moon and look for the gold in a rainbow, and you'll find happy thoughts. You'll hear a tune that lives in the heart of a bluebird, and you'll find happy times. Though things may look very dark, your dream is not in vain. For when do you find a rainbow? Only after on the moon, and someday, it may be tomorrow, you will suddenly hear chimes, and you'll have your happy, happy time. And someday, it may be tomorrow, you will suddenly hear chimes, and you'll have your happy, happy time. Это был Боб Кросби с песней «Happy Times». А теперь традиционное и очень важное предупреждение. Все мы знаем о том, как опасна радиация, но если правильно предохраняться, вы сможете избежать смерти или даже... гулификации. Дети мои, не сводите глаз со счетчиков Гейгера. Когда они делают вот так, тик-так, тик-так, это значит, пора уносить ноги и глотать антирадин на всякий случай. Если нужно сунуться в пекло, будьте умницами и примите сперва Рад-Икс. Помните, только вы можете как следует о себе позаботиться. Спасибо за внимание, дети мои! С вами 3Dog Night на волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. Это Боб Кросби с песней «Way Back Home».
are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home, back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest, the jokes the snappiest, the folks the happiest, way back home. Don't know why I left the homestead, I really must confess. I'm a weary exile, singing my song of loneliness. The grass is the springiest, the bees are the stingiest, the birds are the wingiest, the bells are the ringiest, the heart's the singiest, the arms the clingiest, way back home. What about the sun's the blaze, fields the daisiest, and the cows the graziest, and the help's the laziest, the boys are the wittiest, the girls are the prettiest, way back home. The pigs are the snootiest, the owls are the hootiest, the plants the fruitiest, stars the shootiest, the grins the funniest, the smile's the sunniest, way back home. Don't know why I left the homestead, I really must confess. I'm a weary exile, singing my song of loneliness. The food is the spreadiest, the wine is the headiest, the pals are the readiest, the gals are the steadiest, the love the liveliest, the life the loveliest, way back, Столичная пустошь! Громкий и гордый голос Три Дог Найта! С вами на радио Новости Галактики! О да, время новостей! Продолжаются напряженные столкновения между храбрыми рыцарями Братства Стали и их блудными братьями, изгоями. Вообще-то я обычно не лезу в семейные разборки. Но когда изгои решили пострелять по моему зданию, где находится аванпост Братства Стали, я сделал исключение. Так вот, изгои Братства, прекратите! Я бы не хотел, чтобы меня застрелили в собственном дворе. И вообще, братцы, вы наши стальные. Может, вы, наконец, поцелуетесь и помиритесь? И без того полно мороки с супермутантами. До скорых встреч, с вами был Три Дог Найт. Вы слушаете радио Новости Галактики, которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. Итак, Коул Портер с песней...
Это я, ребятки. Выхожу в записи из укрепленного бункера посреди развалин Вашингтона. Жизнь прекрасна, не так? Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя глава называется «Бойня у супермутантов». Это отучит слюнтяев из Paradise Falls за нами бегать. Вроде как это последний, шеф. Итак, мисс Чейз, как так вышло, что вас задержали работорговцы? Друзья называют меня Пенелопой. Скажем так, работорговцы не в большом восторге от людей, которые мешают их караванам. А когда я говорю «мешают», я имею в виду «взрывают». Ха! Вот что нужно этой пустоши! Больше смелых женщин со взрывчаткой! Расскажи, Пенелопа, куда ты теперь идешь? Глупый человечек, заткнись! Теперь ты пойдешь с нами! Супермутанты! Из огня, да... Ну хватит вы, ужас, летящий на крыльях ночи! Девушке и так досталось за этот день! Уберите оружие или... Зачем твой дружок Гуль что-то тащит у них из карманов? Смельчак, сейчас не время для шаловливых ручонок. Он ничего не тащит, дорогая. Он скорее наоборот отдает. Ложись! Хе-хе, старая добрая буря в Шейди Сэнс. Ах, как болит! Гладкокожие, у вас все в порядке? Надо же, Аргайл. Для Гуля ты весьма изобретателен. Шутишь, дорогая? Да Аргайл спасал мою шкуру столько раз, что я давно сбился со счету. Уж понятия не имею, как я без него исправлялся. Со всем должным уважением, шеф, вы не справлялись. Если помните, это я вытащил вас из того небольшого положения... О, ну хватит, старик. Давай не будем утомлять прекрасную мисс Чейз этими древними подробностями. Даже не знаю, смельчак. Вот, к примеру, твое имя. Мне больше нравится Херберт. А почему? Шеф, там вроде малыш плачет, где-то в тех развалинах. Это точно, старик. Придержите вопросы, мисс Чейз. Если мы переживем этот день, я, может, на них и отвечу. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь время для Дэнни Кея и сестер Эндрю, поющих... О чем же еще? О цивилизации.
Это были Дэнни Кей и сестры Эндрюс. Теперь Минздрав на полном серьезе предупреждает. Помните, дети мои, когда приходят рейдеры, нет ничего зазорного в том, чтобы закрывать двери, заколачивать окна и прятаться под кроватью. Когда эти психи вступают в игру, у них на уме лишь одно — превратить вашу жизнь в настоящий адский кошмар. С рейдерами нельзя договориться или сторговаться. И нет смысла сдаваться им. Они все равно вас пристрелят. Так что бегите, прячьтесь или деритесь, если вам хватает духу и патронов. Но ради бога, не размахивайте белым флагом. Древком от него вас и проткну. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете радио «Новости Галактики», которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. Это первая леди эстрады собственной персоной, мисс Элла Фицджеральд. Она расскажет нам о том, что в каждой жизни должен пройти. Это была Элла Фицджеральд. Each life, some rain must fall. Дамы и господа, мальчики и девочки, готовьтесь удивляться, поражаться и восхищаться. Я Тридок Найт, ваш мастер церемоний. Время новостей, детки. У меня к вам вопрос, дорогие мои слушатели. Мальчишки и девчонки, вы когда-нибудь видели дерево? Нет, нет. Не эти кривые черные коряги. Я говорю о настоящих деревьях. С коричневой корой, зелеными листьями, фотосинтезом, как в старых книжках. Итак,
что если бы я, всемогущий Тридрог Найт, сказал вам, что где-то прямо тут, на столичной пустоши, есть место, где растет много деревьев. Настоящий зеленый оазис в наш вонючий век цвета детской неожиданности. Это, конечно, было давным-давно, и, возможно, я тогда экспериментировал с химией, но говорю вам, он точно есть. Спасибо за внимание, дети мои! С вами Тридрог Найт на волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь послушаем музыку. Здравствуй, прекрасная. Попались! Тридрог Найт я, не бойтесь. Как дела, ребята? А теперь Минздрав предупреждает. Слушайте сюда, дети мои, это важно. Мальчишки и девчонки, а также их родители, все, кто хочет порыться в развалинах округа, слушайте сюда. Видите ли, дети мои, Франкенштейны могут порвать вас на маленькие кусочки и сожрать. Но это если вам повезет. Согласно свидетельствам, супермутанты обычно утаскивают жертв с собой черт знает куда. Считайте, что вас официально предупредили. Спасибо за внимание, дети мои! С вами Тридрог Найт на волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь немного музыки.
Как дела, жители пустошей? Новости галактики! На случай, если вы вдруг забыли, вы слушаете новости галактики! И снова пришло время для важного объявления Минздрава на нашем радио. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, гули тоже люди. Дети мои, гули — это обычные люди, которых радиация искалечила настолько, что они и умереть от старости-то не могут. Конечно! Они могут выглядеть как страшные зомби из старого ужастика, но их души, их сердца, их слезы совсем человеческие. Так что, пожалуйста, если встретите гуля на столичной пустоши, оставьте предрассудки в стороне, а пистолет в кобуре. Ах да, ребятки, важное предупреждение. Вы встречали диких гулей, бродящих по темным-темным туннелям метро? Это тупые, безмозглые, голодные зомби. Так что убивайте их, как только увидите. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете радио «Новости галактики», которое рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь послушаем музыку. Радио! Новости галактики! Тридок Найт! Все, что вам нужно знать! А теперь традиционное и очень важное предупреждение. Все мы знаем о том, как опасна радиация, но если правильно предохраняться, вы сможете избежать смерти или даже... гулификации. Дети мои, не сводите глаз со счетчиков Гейгера. Когда они делают вот так, тик-так, тик-так, это значит, пора уносить ноги и глотать антирадин на всякий случай. Если нужно сунуться в пекло, будьте умницами, примите сперва РАД-Х.
Помните, только вы можете как следует о себе позаботиться. Спасибо за внимание, дети мои! С вами 3Dog Night на волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь немного музыки. Вы слушаете радио «Новости Галактики», а я ваш диджей Dog Night, господин и повелитель всего, о чем говорю. А теперь Минздрав на полном серьезе предупреждает. Помните, дети мои, когда приходят рейдеры, нет ничего зазорного в том, чтобы закрывать двери, заколачивать окна и прятаться под кроватью. Когда эти психи вступают в игру, у них на уме лишь одно — превратить вашу жизнь в настоящий адский кошмар. С рейдерами нельзя договориться или сторговаться. И нет смысла сдаваться им. Они все равно вас пристрелят. Так что бегите, прячьтесь или деритесь, если вам хватает духу и патронов. Но ради бога, не размахивайте белым флагом. Древком от него вас и проткну. До скорых встреч, с вами был 3Dog Night. Вы слушаете радио «Новости Галактики», которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь немного музыки.
страстями и музыкой, которые могут выдержать ваши маленькие сердечки. А теперь Минздрав предупреждает. Слушайте сюда, дети мои, это важно. Мальчишки, девчонки, а также их родители, все, кто хочет порыться в развалинах округа, слушайте сюда. Видите ли, дети мои, франкенштейны могут порвать вас на маленькие кусочки и сожрать. Но это если вам повезет. Согласно свидетельствам, супермутанты обычно утаскивают жертв с собой черт знает куда. Считайте, что вас официально предупредили. Спасибо за внимание, дети мои! С вами Тридок Найт на волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь послушаем музыку. Всем привет, это ваш... Что значит «ди», понятия не имею. Но когда мне это мешало? А теперь Минздрав на полном серьезе предупреждает. Послушайте, дети мои, никогда не забывайте о том, что оружие надо чинить. Винтовки, пистолеты, дубинки, неважно. Если оружие развалится у вас в руках, единственный идиот на пустошах, которого оно убьет, это вы. Так что будьте умницами. Выискивайте детали и как только сможете, сдавайте свой металлолом в починку. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете радио «Новости Галактики», которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь послушаем музыку.
Народ столичной пустоши, это я, властитель ваших дум, Тридок Найт. Слушайте и повинуйтесь. А ты черт, это уже репертуар того, другого радио. Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя часть называется «В паутине черной вдовы». Ох, и достали же меня эти супермутанты! Остается одно — бежать! Вон в те холмы. Разве не там скрывается городок Крокополис? Знать бы точно, где он. Кажется, вы в хорошей компании, мисс Чейз. Мы с Аргайлом старые друзья Крокополиса. Знаем пароль и отзыв, и секретный стук. Шеф, это секретная информация. Вы же не... Да ладно тебе, старик. Мисс Чейз вряд ли станет болтать о секретах Крокополиса. Верно, мисс Чейз? И потом судьба вынуждает нас. Так ты знаешь, как туда добраться. Тогда вперед, супермутанты уже близко. Идите сюда, к этому большому валуну. А теперь секретный стук. И опаньки. Вот это гнездышко, смельчак. Ну, рассказывай, всех своих подружек сюда водишь? О нет, мисс Чейз, смею вас заверить, это будет нашим особым местечком. Что вы делаете, шеф? Это же Крокополис. Одно из самых безопасных мест на пустошах, а вы только что показали его незнакомке. Пенелопа, не обращайте внимания на ворчание моего слуги. Видите ли, у него склонность к драматизму. Однажды он... Даже не знаю, мой милый смельчак. Мне кажется, что инстинкты гулей пугающе безошибочны. Эй, а мне казалось, мы друзья. А теперь ты тычешь пушку мне в лицо. Плохая идея, мисс Чейз, плохая идея. Говори, что хочешь. Через полминуты к нам присоединятся мои друзья из Парадис Фоллс. Я так и знал. Я знал, что с этой дамочкой каши не сваришь. Но все гораздо хуже, чем я думал. Это черная вдова, атаманша всех работорговцев. Это точно. Мы годами пытались захватить этих грызунов из Крокополиса. Без тебя у нас ничего бы не вышло, смельчак. Мы в одном шаге от краха, мой старый друг Аргайл. Я подвел нас в шаге от краха. О да. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь послушаем музыку.
Привет, ребятки! Царствие, или как минимум единственный нерадиоактивный луч. В наши постапокалиптические дни происходит много всего интересного. Давайте послушаем свежие новости. Знаете, что я решил, дети мои? Открою-ка я книжный клуб. Вот прямо сейчас. Хотите присоединиться? Здорово. Выбора-то у вас нет. Наш первый шедевр называется «Руководство по выживанию на пустошах». Автор — гражданка мегатонны Мойра Браун. И вот что я вам скажу. В книжке уйма полезных советов. Где достать еду, как спасаться от радиации и так далее. Выживай, доставай, побеждай. Вот правила игры. Вы найдете их в руководстве по выживанию на пустошах. Уже в продаже. До скорых встреч, с вами был 3Dog Night. Вы слушаете радио «Новости галактики», которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. Это Ink Spots с бессмертной классикой «I don't want to set the world». Минздрав на полном серьезе предупреждает. Послушайте, дети мои, никогда не забывайте о том, что оружие надо чинить. Винтовки, пистолеты, дубинки, неважно. Если оружие развалится у вас в руках, единственный идиот на пустошах, которого оно убьет, это вы. Так что будьте умницами. Выискивайте детали и как только сможете, сдавайте свой металлолом в починку. До скорых встреч, с вами был 3Dog Night. Вы слушаете радио
новости галактики, которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. Это Инк Спотс с песней «Мэй». Это были Инк Спотс с песней «Maybe». Время новостей, детки. У меня к вам вопрос, дорогие мои слушатели. Мальчишки и девчонки, вы когда-нибудь видели дерево? Нет, нет, не эти кривые черные коряги. Я говорю о настоящих деревьях с коричневой корой, зелеными листьями, фотосинтезом, как в старых книжках. Итак, что если бы я, всемогущий Тридруг Найт, сказал вам, что где-то прямо тут, на столичной пустоши, есть место, где растет много деревьев. Настоящий зеленый оазис в наш вонючий век цвета детской неожиданности. Это, конечно, было давным-давно, и, возможно, я тогда экспериментировал с химией, но говорю вам, он точно есть. Спасибо за внимание, дети мои! С вами Тридруг Найт на волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. Это Рой Браун, и поет он об одном единственном бою.
Дамы и господа, мальчики и девочки, готовьтесь удивляться, поражаться и восхищаться! Я Тридок Найт, ваш мастер церемоний! Кажется, набежало немало новостей. Вы только послушайте. Знаете, что я решил, дети мои? Открою-ка я книжный клуб. Вот прямо сейчас! Хотите присоединиться? Здорово! Выбора-то у вас нет. Наш первый шедевр называется «Руководство по выживанию на пустошах». Автор — гражданка мегатонны Мойра Браун. И вот что я вам скажу. В книжке уйма полезных советов. Где достать еду, как спасаться от радиации и так далее. Выживай, доставай, побеждай. Вот правила игры. Вы найдете их в руководстве по выживанию на пустошах. Уже в продаже. Спасибо за внимание, дети мои! С вами Тридок Найт. На волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь пришла очередь Роя Брауна, который расскажет нам все о большом могучем человеке. Майти Майти Мэн. Это был Рой Браун с песней «Майти Майти Мэн». Одного дога не хватает. Ух, тоже не очень, так что догов у нас три! Как вам сегодня этот милый постапокалиптический день? Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодня мы расскажем вам историю под названием «Ракополис между молотом и наковальней». Эй, отвали, зомби, никаких интрижек. Интрижек? Мисс Чейз, вы раните меня в самое сердце. Какие уж тут интрижки с орлиным клювом! О боже мой, Аргайл, ты вырвал у нее сердце. Я всегда знал, что это стерва бессердечная. Видите, шеф, бессердечная. Может, твоему кунг-фу здесь и нет равных, старик, но над чувством юмора еще придется поработать. Что это значит?
«О, великолепный король Тук! Бесстрашный глава Ракополиса! Это я, Смельчак! Смельчак Дэшвуд!» «Херберт Дэшвуд? О, я должен был догадаться! Но что это за мертвая женщина? И это что? Ее сердце?» «Тебе не о ней нужно думать, Тук! Через пару секунд сюда ворвутся работорговцы!» «Работорговцы? Вы привели сюда работорговцев? В Ракополис? Идиоты! Да вы хоть понимаете, что натворили?» «Ну что, стоит укрепить защиту?» «Дэшвуд!» «Обнимашечки закончились, шеф! Пора валить!» «Граждане Ракополиса! Уничтожьте этих нарушителей!» «Сюда, Аргайл, в пещеры! Это наш единственный шанс!» «Они догоняют, шеф! Видите, вон тот выступ! Как, сможете запрыгнуть? Вы же не такой живчик, как раньше!» «Мы мигом жалкие желчные жабы! Сейчас вы тут ляжете!» «Шеф, не волнуйтесь, уже бегу!» «Поторопись, старик! Я долго не продержусь! Кажется, пришел конец нашим!» «Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла!» Сейчас Текс Бенеки споет песню «A Wonderful Guy». As corny as Kansas in August, I'm as normal as blueberry pie. No more a smart little girl with no heart, I have found me a wonderful guy. I am in a conventional dither with a conventional star in my eye, and you will note there's a lump in my throat when I speak of that wonderful guy. I'm as trident, as gay as a daisy in May, a cliché coming true. I'm bromidic and bright as a moon, happy night pouring light on the dew. I'm as corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Wonderful guy. No more a smart little girl with no heart, I have found me a wonderful guy. I'm as trite and as gay as a daisy in May, a cliche coming true. I'm bromidic and bright as a moon, happy night pouring light on the dew. As corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a wonderful guy. Это был Текс Бенеки с песней «A Wonderful Guy».